Всем привет, друзья, с вами Малдер. Мы продолжаем играть в Нир Автомату. Мы ищем пропавшую девочку-робота. А вон там, кстати, вообще серия нормально получилась в прошлый раз. Мы узнали часть сюжета, мы нашли еще одного бота себе в помощнике. Вот я не пойму, они вот злые тут ходят? Или... да, блядь, злые, суки. Просто, блядь, в куски, нах. У нас 21 уровень уже. Вот, это очень важно было, качнуться за счет второстепенных заданий до нормального уровня. Теперь мы можем, в принципе, вот таких вот пустынных, всякое говно железное, урон оружия плюс один, разрывать в клочья. Это во-первых. Во-вторых, а где девочка-то? Девочка, модуль карты. Ну я же где-то, блядь, здесь же был. Так, ну-ка. Это вот не она? Не здесь? А, нам надо в другую сторону. Погодите, раз уж мы тут сюда приперлись, в такую даль, здесь есть фотография. Мы давайте добежим до нее. Там как раз он показывается, что вроде типа где-то здесь. Можно даже побыстрее. Я две серии подряд решил записать, пока солнца нет на улице, блядь, пока мне в окно не светит вся эта дичь. Хотя вроде сейчас уже начнет, по идее. Мы с вами добежим. У нас есть не так много времени, минут... не знаю сколько, на самом деле. Ты кто? Член сопротивления? Интересно, какая цивилизация здесь жила. Все? То есть ты стоишь в пустыне просто. В пустыне и спрашиваешь у всех встречающихся, какая цивилизация здесь жила? Я вот, блядь, не вижу ни хера. Я иду чисто по прибору, блядь. Вон по карте херачу. Ёб твою мать. Так, это очень печально. Очень-очень-очень печально. Чисто по приборам идем. Интересно, а если я и дальше побегу? Я не вижу ничего вообще. Практически. Но мы добежали до... Я хоть бегу или нет? Не понял. Я, интересно, там бежал или нет? Блять, тут конец локации, что ли? Вы что, ёбнулись? А почему? А как нам туда-то? Эй! Я понял. Туда нам вход заказан пока что. Печально. Ладно, тогда идем искать все-таки девочку-робота. Видимо, та часть карты откроется чуть позже. Ну, на самом деле, это здорово сделали. Типа, песчаные буры. Куда ты прешь, блядь? Иди отсюда. Тут кто у нас? Тут что-то лежит. Вас надо захерачить или как? Давайте захерачим. Я даже не успеваю мечом-то их херануть, блядь. Просто тупо не успеваю. Тут что, тут лежал я вроде видел, или мне померещилось? Ни хера не видно из-за этого песка, блядь. Вон, мечом один удар, блядь. Все, ушел робот. В зенке светит. Так даже не интересно, блядь. Вообще уклонение, блядь, в игре прям спасает, выручает. Я не знаю, как это назвать. Это одно из самых лучших, наверное, умений. Так. Давай-ка это тут, короче, вообще пустыня, прям пустыня. Нам надо сюда попасть. Но еще большая часть, такое ощущение, что не исследован. А это что такое? Загадочное письмо.
Блин, давайте вот сходим, может быть, сначала на загадочное письмо. Я понимаю, времени займет пиздец сколько много. Потому что все-таки оно здесь далеко. Ну а когда мы еще вернемся сюда, хрен его знает. Что там за загадочное письмо? Непонятно вообще. Блин, там, кстати, вон, если посмотреть на небо, это то ли облака, то ли ядерный взрыв, нахуй. Произошел. Так, мы можем с вами аптечки использовать? Да. Крем-диэлектрик. Странное тут, конечно, расположение. Точнее, применение аптечек. Хотя, с другой стороны, на джойстике-то играть, если и понятно, почему так сделано. А вот ничего долгого тут нету. Мы просто добежали до странного письма. Оно где? А, ну вон там. Там вообще вход в бункер какой-то, ты посмотри. 300 голдишки. Это кто такой? Машина в маске. Вы пришли сюда, чтобы пройти испытание? Я не знаю. Разумеется. Тогда входите, добро пожаловать. Так, и чё, блядь, тут? А что за испытание? Блин, а если меня сейчас ёбнут, блядь? Ты давай... Сука. Так подожди ты, елозит. Как войти-то? Это очень большой риск, блядь, на самом деле. Это прям риск-риск, блядь. А если здесь испытание, блядь, какого-нибудь 40-го уровня, блядь? Или еще хлеще? Испытание это испытание, это не должно быть легко. Но у нас есть уворот. У нас есть уворот. Ебит твою налево, это что такое тут? Но за испытание должны вот по-любому что-то хорошее дать. Задание. Администратор в маске. Это святое место, где мы почитаем маски и правила. Согласно правилу 2858, сейчас я должен предоставить подробное объяснение. В этом месте мы выбираем истинного скрывающегося. Чтобы стать истинным скрывающимся, необходимо преодолеть 6 испытаний. Если вы желаете продолжить, то зарегистрируйтесь в приемной зоне. Желаете подвергнуть испытанию? Подвергнуться. Хотя, с другой стороны, может, я не сдохну, блядь, здесь. Давай, разумеется. Задание принято. Испытание песка. Очень хорошо. Вам запрещено использовать предметы на этой арене, поэтому держите свои руки так, чтобы я мог их видеть. Согласно правилу 60513, я приму ваш запрос на прохождение испытания. Какому испытанию вы желаете подвергнуться? Надеюсь, флюгегихаймена нету. А, вот первое испытание, 25 уровень. Знаете, вы должны полагаться на свою силу, как требует правило 61284. Сражайтесь с отвагой и честью. А теперь начали. Победите, не используя своего бота. А, блядь. А чипы-то можно использовать, блядь. Да, не используют своего бота. Таким образом, в соответствии с правилом 614.46, я объясняю о том, что вы провалили испытание. Блять. Какая жалость. В соответствии с правилом 618.91, я предлагаю вам снова пройти испытание. Погоди. Я, блять, бот это забыл, сука, что-нибудь. Я потом, точнее, прочитал. Ай, блять. Давайте, не надо нам никаких правил. Первое испытание. Сейчас первое пройдем просто. Просто первое пройдем. Не будем мы тут нихера использовать бота. На нахуй. Это все? Я надеюсь. Хуя там, блядь, все нахуй. О, блядь, 2 здоровых. 25 уровень. Уклонение-то работает маленько. Да, я получаю урон-то, между прочим, охуенный.
Так, все, уклоняться тут надо самому. Тебя бы одна... Куда ты, блядь, дура? Где он? А, я его ебнул уж. Стоять, бояться. Но у меня есть авточипы, блядь. Авточипы лич... Ебать, колотить надо. Воу-воу-воу. Хуя себе. Блядь, только не говорите, что я сдох, нахуй, окончательно. Таким образом, в соответствии с правилом 614.46, я объявляю о том, что вы провалили испытание. Господи, блядь. Я аж напугался, нахуй. Подожди, блядь, что за хуйня? Мы должны пройти это испытание. Это херня, а не испытание. Ну-ка, давай-ка заново. Там первые эти вообще... А чип на лечение... Не, а чип на лечение он не успел сработать. Там срабатывает он при 30%, что ли? Так, сука, отбросила. А он меня херанул, блядь, там сразу на половину съебучило, блядь. Так, где эти здоровые-то? Там вон дроны летают, смотри. Так, все, этот сдох, да? А, нет, не сдох еще. Сейчас сдох, все. Так, тихо. Это пошел, бля, какая-то тут мясорубка, блядь. Спокойно, дядя, блядь. Все, остановился. Блядь, нет, не остановился. Я тебя не понимаю, тот живой, что ли? Ты что, охренел? Я думал, ты сдох, нахуй. Так, он раскручивает и раскручивает, потом ударяет, блядь. Все, свалил отсюда. Так, пошла жара, бля. Сильным мечом херачу. Ой-ой-ой-ой-ой. Готов. Ну не, по-любому сейчас еще что-то будет. Вон там лезут уж мелкие. Ух, нихера ты, блядь, пизданул. Сука, а я немного вот действительно придрочился уже. Я стал понимать хотя бы, что происходит на экране, блин, во время боя, блин. Все, есть, прошли. Походу. Согласно правилу 614.44, я объявляю завершение первого испытания. Вообще, какого хера у меня мышь, блядь, посередине экрана, нахуй? Это было так всегда или... А я ее почему не видел? Непонятно, блядь. Так, ладно, хуй с ним. Предмет получен. Защита. Плюс... Смотрите, сколько хует не встать. Защита. Плюс 2. Бот. Урон. +2. Ударные наручи. Денежная удача. Вас вводят в замешательство маски, которые мы носим. Тогда разрешите мне представить объяснение. Говорят, очень давно в этой зоне, в этой земле было великое королевство, населенное людьми, которые носили такие маски. В попытке лучше понять наших предшественников, мы решили подражать им. Все, смотрите, мы испытание прошли одно. Ну, я, ну, на второе я не сунусь, ну, потому что там, подожди-ка. А может, сунемся? Мне желаете, разумеется. 30... Нет, блин, 35 уровень я уже не тяну. Тогда уходите. 35 уровень это уже круто. 35 уровень это пиздос. Потому что мы, будучи... Ну, какого там уровня мы были? Может быть, 15? Нет, не 15, а может 16 где-то так. Херачили одного робота 35 уровня, наверное, минут 5, блядь. А тут их будет, ну не 5, может поменьше, но все равно долго достаточно. Все равно достаточно долго. Так, машина, а ты, подожди, машина в маске, нам что-нибудь скажешь?
Но вот и нам ничего не скажет. Не, ну будем знать. Будем знать. Тут есть испытания. Так, во-первых, усиление. Чипы. Выбрать, настроить. Системные. Бля, системные, подожди. Атака. Урон оружия. Крит. Сейчас просто посмотрим, что нам там надавали. Если что-то можно заменить, заменим, естественно. Самовосстановление, утилизация. Восстанавливает 0.5. Так, это нужный чип. Перезапуск, поглощение урона. Максимум здоровья. И утилизация у нас стоит, да? Поддержка. Уклонение плюс 3. Так, автопрограмма. Автоуклонение, автовыстрел. Автопредметы. Плюс 1. Передвижение. Плюс 2. Ну-ка. Передвижение плюс 2. Удача, отмщение, автопредметы. 6. Так, погоди, автопредметы плюс 1. А, у меня не стоит автопредметы. Подожди, есть, блядь, подожди. Автопредметы плюс 1. 8 единиц просит, да? А тут у нас 6. То же самое. Лечение предметами ниже 30%. Лечение 15%. Лечение 3%. Да. Это мы снимаем. Удалить. Вот. У нас же есть тут более... Менее затратные, точнее. Менее затратные автопредметы. Этот 8 мечей хочет, а это 6, блядь. А то же самое все. Ставим. Вот про это я и базарил. Есть. Оптимизировать. У нас две ячейки освободилось, блядь. Просто так, на ровном месте. Все, погнали дальше. По заданию. Карта, модуль карты. Тихо. Теперь мы идем вот сюда. К пропавшей девочке. По Бырику. Сейчас мы с вами туда дойдем. Не, на самом деле испытание вот это вот мне понравилось даже. Сейчас маленько качнемся, надо будет сюда еще вернуться обязательно. Потому что за испытание тут хорошо платят. Пускай не деньгами, ресурсами, но... Это что ж заебись. Сохраняться нам? Не сохраняться. Можно добежать, кстати, до нашего ящичка. Ящичек. Быстрое сохранение. Есть. А там что есть наверху? Блять, я так и знал, что тут что-то есть. Среднее лечение. Отлично. Оп. Разорванная книга. Я не знаю, по какой хер нужны разорванные книги, но, наверное, нужны. Стой. Сундук просто валяется посередине пустыни. Да бери ты, блядь, дура. Ёб твою мать. Янтарь. Прекрасно. Янтарь, это отлично. Вон там, кстати, водопады, блядь. Блядь, ты заметил нас, да? Я сейчас только что испытание на арене прошел, а вы тут 6 уровня выебываетесь на меня. Вы что, сами с ума сошли, что ли, мужики, блядь? У вас мозгов нет вообще, блядь, походу, нах тут. Перегрелись, может, на солнце просто. Ха-ха, такой вариант тоже имеет место быть. Уже почти пришли. Ну, не такая, на самом деле, большая пустыня. Если это, конечно, все. Если там дальше не откроется. А она откроется. Туда, куда нам надо, там песчаные бури херачат. Соответственно, она должна открыться. Пропавшая девочка. Вот это не девочка. Это... Это она? Я хочу домой, сестра. Где же ты? Где же ты? Вот это девочка, блядь. Это девочка. Это мальчик, как бы. В 12 стульях, блядь.
Да, ну чё ты, блядь? Машина младшая сестра. Привет, ты ведь машина, которая пошла искать детали для замены? А кто вы? Твоя сестра попросила нас проглядеть за тобой. Она попросила, правда? Правда, ты не возражаешь, если мы проводим тебя до дома? О, я была так напугана. Так, тебе, блядь. Хорошо, давай отведем ее в деревню. И как же ты умудрилась здесь потеряться? Я искала детали для своей сестры. Но я была так напугана, что не могла пошевелиться. И о, ну же, не плачь. Ты ведь нашла, зачем пришла? Ага, она ведь будет рада. Уверен, что будет, но держу пари, она будет еще счастлива увидеть тебя в целости и сохранности. Хорошо. Так, я понял, надо сейчас пиздечки выдать всем тем, кто встретится нам по дороге. Эй, дяденька, а кто сказал, что? Кто создал пустыню? Ее никто не создавал. Это обычная зона, откуда исчезла растительность ввиду недостатка осадков. Это вызвало устойчивое изменение почвы, поэтому растений больше нет. А что такое почва? Почва — это земля, штука, по которой мы ходим. О, мне нравится земля. Вот. Ох, ебать, колотить нахуй. А я что говорил, а? Прокачанным-то. Три удара и нет никого, нахуй. Эх, ебать колотить. Я эту-то и не заметил даже. Так. Деньги и ресурсы. Стоять. Сломанная схема. Сломанная схема нужна. Эй, дяденька, откуда дует ветер? Ветер — сила, вызванная изменениями температуры и атмосферного давления, и... теперь, когда я задумался над этим, кажется, что я довольно плохо знаю про это. Сложно, правда? Я имею в виду вопрос, откуда дует ветер. А ты что думаешь, 2B? Меня это не касается. 2B умная баба, блядь, хоть и андроидная. Я все больше в этом убеждаюсь, да? На всякую хуйню внимания не обращает, блядь, как 9 ясных. Девятый, блядь. Нам долго топать с ней, интересно? И прям до дома, блядь? Только давайте... Эй, дяденька, откуда берутся дети? Ну, вообще-то машины не могут делать детей. И андроиды тоже не могут, если задуматься. Ага, но как их нужно делать? 2B, не поможешь мне тут? Чего? Ты же у нас болтун. Уф. Мистер, подождите, вы должны рассказать мне, как делаются Вау, уже так поздно, надо бы поскорее вернуться домой. Отмазался. 9S. Бляха, ебать колотить, здоровый нахуй. На нахуй тебе вмеш рогов сразу же просто. А, он 10 уровня. Ёп твою мать. Разговоров-то было, да? Так, давай взрывайся, сука. Есть новый уровень, 22. Отлично просто. Ничего не забыли? Вон там что-то валяется. Ржавая глыба. А вот приди ему сюда, 10 уровня. Блять, такой бы пиздячки отхватили. Мы бы ее в жизни не довели. Не довели бы, точно вам говорю. Блять, странно, на самом деле, эта игра захватывается. Я не понимаю, что тут не так, нахуй. Ну, вроде все работает, а вроде и через жопу работает. Сука, она захватывается. Че, все? Эй, это же место я уже знаю, теперь я смогу дойти до дома сама. Спасибо, дяденьки, спасибо, ворчивая тетя. И вот еще, возьмите это. Розовый бант. Пока. Ворчивая тетя, блядь. Ну что, доволен, блядь? Обязательно приходите еще и узнайте, откуда берутся дети.
Ворчливая тетя, блядь. Что, что-то было утомительно. Да. Сказала просто. Два би. Погоди, а тут что, блядь? Тут проход. У нас есть задание еще в пустыне, кроме... Кроме чего? Кроме вот той. Того, точнее. Задание-то, блядь, вот тут есть. Ну, как туда пройти? Но мы на самом деле здесь очень близко от этого места. Давайте пробежим. Ну, просто действительно, хер его знает, когда мы сюда еще вернемся. А что за банд-то, блядь, она нам дала? Это что такое вообще? В предметах? Где-то я такое видел. Предметы. Розовый бант, смотри. Модный розовый бантик популярен среди андроидов всех возрастов. Экипировать? Блять, я говорю, шмотки есть. Ну, смотри, какая милая у нас. 2B. Ворчливая тетя, блять. Подожди, ключевые предметы. Ну, не-не-не, мы, конечно, его сейчас снимем. Удалить. Так, подожди, а тут еще что-то есть. Предметы усиления, предмет поддержки. Скорость, приманка. Е-наркотик, предметы усиления. Урон. Урон, бот, плюс. А, да, это на 30 секунд, то есть это временный нам дают. Херь-то, да? Перезарядка, 30 секунд. Ударные наручи. Предотвращает потерю равновесия от полученных атак в течение 15 секунд. Я вот этими предметами, на самом деле, вряд ли буду пользоваться, блядь. Я не знаю почему, всегда как-то не стараюсь играть, всегда играю попроще. В том плане, что вот этой хренью всей, ну, редко я ее использую. То ли забываю, то ли просто, блядь, туплю, ну. А может и то, блин. Что скорее всего, ну. Ладно, где тут у нас задание-то? Не знаю, а, нет, подожди, мы сюда перейдем. Потому что я боялся, что будет... будут камни, и мы не попадем в эту зону. Оазис. В пустыне. Что-то я слышал про оазис в пустыне. Тут что-то должно быть по-любому. Бля, ящик нахуй, смотри-ка на. Просто два удара, блядь, и нет никого в живых. Открытая информация на карте. Просто охренеть. Так, сохранение это в первую очередь. Сохранили. Оазис. Начать рыбачить. Блять, ну ладно, хуй с ним, давай еще попробуем. Давай, закидывай туда вот. Закидывайся. Будет клевать-то? Ну? Ёп, твою мать, вот так клюнуло, нихуя себе. Ёп, теперь понятно, как это работает. Рыба-собака. Энциклопедия обновлена. Вот теперь понятно, как это работает. Твою же мать. Хули вы раньше-то молчали? Медная руда. Погоди, а если еще раз попробовать? Давай, не знаю, вот сюда куда-нибудь закинем. А я думал, чуть-чуть подергивается, блядь. То есть, как бы, надо тянуть. А он нихера, он прям он весь тонет. Надо просто подождать немножко. Во-во-во, смотри, поклевки идут. Поклевочки, давай, сука. Наживку обкусывает. Оп, нахуй. Смотри. Есть рыба, да. Хуй есть, блядь. Карп кой. Машина, блядь. Complaint. Карп-кой. Не, ну прикольно. Так, поехали. Инструкция. Получена инструкция.
А тут что у нас? Медная руда. Мы можем портануться, кстати сказать. Мы можем портануться. А куда? Давайте посмотрим задание еще, что у нас тут есть. Текущие задания. Испытание песка. Пройдите все испытания носителей масок. Нет, мы это пока не пройдем. Пропавшая девочка. Это можно... Надо вернуться в деревню Паскаля. Блуждающая парочка. Подожди, вот блуждающая парочка. Где же они могут быть? Они, то есть, ушли, что ли? Возврат секретных разведданных. Давайте переместимся тогда в деревню Паскаля. Нам там по-любому что-нибудь дадут. Переместиться. Деревня Паскаля, да. Сейчас переместимся. Возьмем награду. А потом уже, наверное, можно будет отправляться в наш лагерь сопротивления. Что-нибудь там нам тоже, наверное, скажут. Во-первых, нам надо будет вернуться еще в бункер. То есть на Луну, как я понимаю, да? Доложить об увиденном командору. Командорша. Во-первых, продаван. Можно... Так, торговец оружием, подожди. Ну, сука, уйди нахуй. Торговец инструментами. Рада видеть вас, что вы целы. Все-все-все, бла-бла-бла. Погнали. Купить. Купить мешочек. Что за мешочек? Сумку испускающую за... А, это для лосей. Автопрограмма. А что у тебя еще-то есть? Так-то хера есть что. Продать. Автопредметы. Вот это мы можем продать. Это нам не к чему. У нас теперь уже более лучшая хрень. Где вот она, кстати? Эй. Блин, да, это мои все ресурсы. Хуясь. Очень много. Уже насобирали всего. Нет, тоже, кстати, 2500 стоит. Но работает лучше. Все, продали. 130 тысяч мы имеем. 130, не знаю, много это или мало в игре, но... А парочка, парочка действительно съебалась. Ну, их где-нибудь найдем. Впоследствии, конечно. Вон, это малая тут. Угу. Ударные наручи. Ну что? Спасибо, что привели мою сестру домой. Благодаря тому, что она нашлась, я чувствую себя намного лучше. Прошу, примите это. 5000, голубой бант. 750 опыта. Так, задание завершено. Отлично. Специально тут так, блядь, завели такую музыку. Отличненько. Теперь давайте смотреть дальше. Задание. Текущее. Возврат раз... А это что? Познакомиться. А, возврат секретных разведданных. Загадочное письмо. Не понял, блядь. Загадочное письмо. С загадочным письмом мы нашли только бота нового. Модуль карты. Ну-ка, давай-ка глядеть. Модуль-то карты. Тут чего? Это как раз вот закрытая зона с фотографией. Хорошо, тут хуй пойми чего. Тут задание, здесь фотографии, туда мы тоже попасть не можем. Блять, неужели вот это вот все надо будет открыть? Это пустыня, это мы знаем. Здесь неизвестное задание, да? На самом деле, а где? Что еще тут? Хуй пойми. Хуй пойми. Я что-то не пойму, куда нам надо? Нам надо не в лагерь сопротивления, а вот
В руины центр, в центр города. Так. Вот у нас лагерь сопротивления, да? Тут, кстати, задание есть, смотри-ка. А, подожди, это у нас задание-то с этим самым. Мы вообще тут не были еще, что ли? Выходит так. Погнали, короче, в этот самый, в сопротивление. Так будет лучше переместиться, там посмотрим, что дальше делать. Потому что пока здесь вот больше нет ничего. Кроме ученого там вот этого безумного, в которого надо бабки вваливать и вваливать. Ни хрена узнает, сколько вообще надо. Я сколько уж там, 16 тысяч в него ввалил. Ну эта сука ни хера нормального так и не сделала. 16 тысяч, блин. Это немало ведь ни хера. Сопротивление. Тут заданий-то нету у нас. Ну-ка, подожди-ка. Владелец магазина техобслуживания. Магазин. Улучшить бота. А, у нас два бота. Да-да-да. Улучшить бота. Я не могу улучшить бота никакого. Купить. А что у тебя купить? У тебя покупать-то уж нечего. Молот, мираж. Может быть, вот эти, конечно, попробовать всякие приколюшки. Ну, блин, тоже ведь денег-то стоит. Так, ладно. Возвращайтесь в любое время. Я понял. Ну-ка, иди сюда. Хороших вещей-то у тебя много. Чего у тебя, какие вещи-то у тебя вообще есть, в принципе? Автовыстрел, дальний бой, защита. Максимум здоровья плюс один, а у нас плюс три. Приманка, мешочек. Да нет у вас ни хера, блядь. Что-нибудь какого-нибудь эксклюзивного бы продавано найти. Было бы вот поинтереснее. Торговец оружием. Улучшить. Улучшить можно только копье, которым я не пользуюсь. А купить? Купить по-прежнему нету ничего интересного. Приходите еще. А где здесь задание-то? Это, наверное, там Голиаф пока... Тут валяется. Голиаф показан. По заданию. Потому что в самом лагере здесь нету ни хера вообще. Ну-ка мы посмотрим. Ой, не задание, а карту. Нет. Голиаф-то у нас... Голиаф-то у нас тут... А, это вот эта яма, что ли? Здесь яма-то или где ли, блядь, пищи? Руины, блядь. Загадочное письмо. Непонятно чего. Блуждающая парочка. Вот они, блядь. А как до туда долезть-то? Мы разве туда можем пройти или нет? Еще пока. Странно. Ну ладно. Мы это все с вами разузнаем. Вот это что за херня? Я еще раз повторяю. Что это такое? Может, это сверх какой-то ящик с сюрпризом, там сверхмощное оружие или еще что-то. Не знаю я. Быстрое сохранение есть. Тогда на сегодня и закончим. А в следующей серии пойдем вот в тот район, где ходит блуждающая парочка. На основное задание пока не пойдем. Будем прокачиваться. С вами был Малдер. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч и всем пока.